фестиваля. А теперь переходим к награждению. После награждения прошу, пожалуйста, остаться здесь на сцене для совместных фотографий. Передаю слово Гордону Алексею Андреевичу. Уважаемые генералы, попрошу внимания, не расходиться. Попрошу не расходиться. Награждение будет проводить депутат муниципального округа Мокроустра Наталья Викторовна. Я буду дарить книги. И Елена Олеговна. Спасибо всем, кто участвовал в фестивале. А вам, уважаемые наши ветераны, низкий поклон от всех нас за чистое небо, за мирные праздники, за улыбки наших детей, за все, за все, за мирно. Здоровья, добрых вам, верности жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо всем участникам и дипломам. Лауреата районного фестиваля художественного творчества жителей Бестужниковского района под девизом «Победа в сердцах поколений», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в номинации «Вокальное творчество» награждается ансамбль «Журавушка» ДЦСО Бестужникова.
бригада Сидоренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.